Внимание у гатушников! Спецпредложение! Проживание, трехразовое питание и лечебные процедуры! 3 недели потрясающего восстановления сил в отеле «Профилакторий» всего за 600 рублей! Предлагаю вам ознакомиться с программой «Здоровые инженеры. Будущее нашей страны». Профилакторий УГАТУ находится в 3-м общежитии студгородка. Здесь есть все условия для того, чтобы учиться и поправлять свое здоровье. 21 день ты сможешь отдыхать в уютных 2- и 3-местных комнатах, а вечером общаться в компании на диванчиках в холле. В зале лечебно-физической культуры найдешь прекрасные тренажеры для оздоровления и поддержания себя в тонусе. А в фитобаре душевные разговоры за чашечкой восстанавливающего чая. На 1-м этаже располагаются лечебные кабинеты, физиотерапии. Там же делают и ингаляции. Любимая всеми массажная кушетка. Отличный стоматологический кабинет. Прекрасная водолечебница. УЗИ и ЭКГ. Для заселения вам будет необходимо сделать: подать заявление в правком 1-129, оформить санаторно-курортную карту в поликлинике номер 49. За 3 дня до начала заезда смотреть список заселяющихся на стенде напротив правкома. Если находите себя в списке, выкупаете путевку. При себе иметь студенческий, профбилет и санаторно-курортную карту.